Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну, чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозг... Есть дело, Меченый. Надо найти сталк... Ну, проветришься, заходи. Ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись, и крышу срывают от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Подходи, пообщаемся! Здорово. Душевно. Очень даже. Разбивались тут в стае. Но точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высмакаться. Жрать как хочется. И почему тут никто рыгаловки дешевые не выстроил? От клиентов отбоя бы не было. Не учатся ничему некоторые и учатся. Ну, теперь я расскажу. Кино американского насмотрелись или крышу. Переходили, значит, военные у блокпоста новичка сталкера и давай парить. Он тебе про хабар. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А он, значит, похмельный, голова как бочка, все задолбало и говорит им. Пьяный. Конечно, пьяный. Да если бы я трезвый был, я бы за 5 километров вас, уроды, обошел.
А в чем прикол? Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Вот гад. Новичков нынче, что собак не режут. Короче, анекдот. И все они лучше стариков знают. Оставил бывалый сталкер свою машину в кустах. Только уходить. Видит, рядышком с ней уже кровосос ошивается. Ну, сталкер, валил бы ты отсюда, пока цел. Тут обиделся 100 лет, но мне твоя машина не нужна. А сталкер называется. Хочу, как все братаны, чтоб на шею носить. Так ведь он радиоактивный. Слышь, ты чё мне мозги паришь? Радиоактивный, радиопассивный. Я же не в трусы засуну. Мужики, я к вам посылаю человека. А поновее ничего нету? Если сочтёте нужным, атакуйте. Прием. Однажды слышал. Не тот. Неужто завязывать пора? Сидят на берегу озера два сталкера. Первый говорит: брешут все по поводу радиации. Я тут уже фиг знает сколько сижу, и хоть бы хны. А второй ему: точно-точно врут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать стала. Врачу, что ли, показаться? Ай, фу. Вообще тут интересно. Здорово, да? Ну, не так прям, чтобы золотое дно, ну, так на это времени побольше надо. Времени, сноровки, опять же. Вот наберусь опыта, будут и башни, как у людей, стопудово. Новичков нынче, что собак не резанных. И все они лучше стариков знают. Надо же было так ладонь. Так, рукой оружие убрал. Ясно? Встречаются двое сталкеров. Ну и один говорит: на днях долго заходил на огонек. Ну и чё, остался должен. А потом зашел. Оружие убрал. Ну и чё? И стал свободен. Ты ствол-то убери.
Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать! Не отставай! Зашибем! Прижми его! Вот так! Будешь знать! Петухов! Спасите! Люди, помогите! Кондюхаем веселее! Херачих, пацаны! Попали, поп... На козлина!